Всем привет! Это подсказки духов рода. И здесь я приглашаю 4 духа рода с вами на связь. Если есть желание, можно в себе представить или же не представлять, все равно духи войдут в ваше пространство. Это могут быть 2 духа рода по отцовской линии и 2 по материнской. Я протрактую их послание. Это 4 письма. 4 письма от духов рода. Так бывает, что мы не знаем, что вокруг нас есть духи, и нужно их вызвать. То есть они есть, но нужно выйти с ним на связь. Поэтому я родолог, я занимаюсь этим, я помогаю вам очистить свой род и делать так, чтобы род вам помогал. А вот первое письмо духа рода. И именно духи вышли, так что вот здесь видно, что здесь есть сообщество духов, и это подтверждение тому, что мой расклад правильный и верный. То есть выход на духов рода четкий и правдивый. Вот это вы, второе послание, вот так духи видят вас и хотят вам такое послание передать. А третий дух рода говорит вам о чем-то важном, кстати. Ангела посылает, но это уже через минуту я буду трактовать более подробно. Очень-очень классное и очень содержательное послание обещает быть от духа вашего рода. Так что настраивайтесь на то, что будут подарки судьбы. И четвертый дух рода – это буквально исполнение желаний, потому что юникорн – это исполнение желаний. А давайте я вам все подробное протрактую, что здесь я вижу, что вам нужно знать. Чтобы вызвать духов рода, нужно, конечно, знать, что духи приходят из всех национальностей, у вас их масса. А общий язык, который понимает все, это английский. Поэтому духи, вот энергия идет на английском, потом я перевожу на русском. Не обессудьте, если я буду читать так, как написано, таким образом лучше открывается письмо. Итак, написано. It's a good time to give birth to new ideas. В это время, когда сейчас есть, очень хорошо новые идеи принимать от духов рода. And situations in your life. И ситуации, которые сейчас есть, они будут решаться, потому что будут поступать правильные идеи от духов рода, как решать ситуации. I'm watching over you. Представляете, как классно, да? Вот именно дух рода, вот это такая карта здесь, это послание, говорит, что они за вами наблюдают. Guiding you, и проводники ваши, guide, это, ну, направлять, guiding you and protecting you, и они вас тоже оберегают от всего, что может вам помешать или быть вредным, during these changes, и они говорят, что у вас скоро будут перемены в судьбе, и по мере того, как будут перемены, духи рода помогут так, чтобы у вас все прошло хорошо, и перемены были в лучшую сторону. Может, вы переезжаете, или новые отношения начинаете, или новый цикл жизни. Как вы знаете, идет новый цикл в жизни. И здесь духи рода будут вам помогать. Итак, вот это вы, вот это такой очень красивый, такой розовый дух рода говорит, что это вы, это ваша стать, это ваш портрет, такой вас видят духи рода. Если вы мужчина, вы в любом случае женщина внутри. Вот, и здесь написано, a new romance is imminent. О, это новые любовь и отношения. Они думают, что у вас либо будет новая любовь и отношения, либо те отношения, которые есть, они станут лучше. Either with a newcomer, как я сказала, я даже не читала, но я уже почувствовала это. Or through reuniting with existing one. Здесь или же новые будут у некоторых из вас, а у некоторых вы соединитесь с теми, с которым отношения разрушились по чьей-то вине или по вине обстоятельств. A passion in your existing relationship. А, чтобы увеличить passion, это страсть в ваших отношениях, которые сейчас есть. Чтобы, ну, вдохнуть новую жизнь в ваши отношения. Шикарно. Be open to giving and receiving love. Будьте открыты для того, чтобы принимать и давать любовь. Это карта любви, свежих чувств. Между вами, если вы уже партнеры, или же если у вас никого нет, это карта новых отношений.
А следующая карта, вот такая зеленая, это Архангел Рафаил. И здесь, видите, Архангел, потому что здесь такой круг сверху и крылья. И сейчас ваш дух рода говорит, это послание вам, что высшие силы хотят, чтобы Ангел Рафаил исцелил то, что нужно исцелять. У вас у всех будет разное, но у кого финансово, у кого любовь, у кого здоровье, самочувствие, нужно что-то исцелить. Поэтому ваш дух рода призывает Архангела Рафаила для исцеления. И здесь написано «Have faith and hope». Чтобы хочет ангел, чтобы ибо дух рода, чтобы у вас было больше веры и больше надежды. Because this is something positive. Потому что вам необходимо что-то позитивное. Вы часто в негативном ключе видите себя, и тоже некоторые из вас в негативном ключе видят жизнь. И это, говорят ангелы, что это не помогает, а только мешает, чтобы у вас все наладилось. Если только вы станете в позитивном ключе видеть все, и у вас будет faith and hope, это вера и надежда, тогда дух рода сможет через Архангела Рафаила все уладить, чтобы у вас все было хорошо. Это ангел исцеления. And new on the horizon. У вас на горизонте, horizon — это горизонт, у вас на горизонте что-то новое, красивое, приятное, that you can't yet see. А вы еще не можете это видеть, но ангелы это видят и говорят, что у вас на горизонте вот-вот уже что-то будет меняться в лучшем ключе. Не волнуйтесь, не грустите, потому что жизнь вам даст много-много подарков. Исцеление. Четвертая карта, это написано Омега. Я Альфа и Омега. Вот это, как я, это как вы. Потому что Бог у нас у всех внутри, да? Вот, и ну, Бог творец, кто как хочет называет, но у нас внутри есть божественное начало. И омега — это то, что действительно помогает. Потому что буква О — это как ноль. Там есть все цифры в нумерологии, все буквы, все молитвы и вся помощь. И это юникорн. Юникорн исполняет желание. Это ваша мечта, которая исполняется. Крылья мечты. И написано «victory». «Victory» — это, конечно, вы знаете, даже если вы вместо английского другим владеете. Это значит «победа». «Победа». «Your desire is coming to fruition». Ваши все «desires» — это то, чего вы хотели. Они реализовываться будут. Все ваши мечты, они будут обязательно реализовываться. «Keep up the good work». «Keep up the good work» — это означает Высшим силам нравится, как вы живете, и они говорят, чтобы вы продолжали в том же направлении, в том же ключе, все идет в правильном направлении, все решается, но вам пока не видно, потому что там за горизонтом где-то. Еще нужно какое-то время пройти, чтобы вам увидеть то, что все решается, вы красивы, здоровы, успешны, ну и, конечно, любимы. И самое главное послание – это то, что духи рода вас любят, оберегают, защищают и всегда готовы прийти вам на помощь. Я благодарю ваших духов за то, что послали вам такое замечательное письмо. Можно сказать, письмо из 4 страниц или 4 письма. Делайте так, как, в общем, вам удобно. С моей стороны скажу, что я знаю точно, что у вас все будет хорошо. Если кто меня не знает, я Лена, я Ukrainian Canadian. Я живу в Канаде, в Ванкувере. Мне очень приятно, если вы новенький. Подписывайтесь, ставьте лайк. Здесь все для вас, кстати. Полезное видео делаю, я гомеопат, поэтому мои видео целительные, у меня свой метод исцеления, я использую гомеопатический метод и метод предсказаний. У меня есть возможность и ability, то есть я развела эту возможность путем долгих-долгих лет общаться с высшими силами, с ангелами, а также с духами рода. Вот, и я передаю вам послание духов, очень многим помогает, уже многие годы люди получают улучшение своего положения всего и вообще выходят на дорогу счастья благодаря тому, что они пользуются тем, что я могу им дать, общаясь с духами и с ангелами. Я желаю вам счастья и будем видеться. Пока, мои дорогие.